Забор установлен практически на краю обрыва. Для свободного прохода граждан остается узкая тропинка. Хотя по градостроительному плану здесь должна быть территория общего пользования. Администрация обратилась с иском в Анапский городской суд о демонтаже возведенного строения. В свою очередь, Анапский городской суд вынес решение в пользу администрации. Муниципальный контроль и сотрудники Анапского городского отдела Управления Федеральной службы судебных приставов проконтролировали исполнение решения суда. В настоящий момент проводится исполнительное действие по решению Анапского городского суда по демонтажу самовольно возведенного капитального забора гражданином Антипиным по иску администрации в интересах граждан. Значит, гражданин добровольно не исполнил решение суда. Таким образом, исполнительное действие проводится принудительно силами администрации. Решение суда исполнено, капитальное ограждение демонтировано, территория расчищена и открыта для свободного прохода жителей и гостей курорта.